Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. В этом году общее собрание Российского исторического общества проводится в 12-й раз. И впервые с момента воссоздания Российского исторического общества местом нашей традиционной встречи выбрана не Москва, а северная столица. Общеизвестно, что бережное отношение к историческому наследию – это неотъемлемая часть петербургской культуры. Для самого общества это в каком-то смысле возвращение к истокам. Ведь, как вы, наверное, хорошо знаете, дореволюционное русское императорское историческое общество было основано именно здесь, на берегах Невы. А его первые общие собрания проводились в Анечковом и в Гатчинском дворцах. Сегодня же мы собрались в гостеприимных стенах президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина, бывшем здании Синода. Хотел бы поблагодарить за это генерального директора библиотеки Юрия Станиславовича Носова. Библиотека является одним из членов-учредителей Российского исторического общества и принимает деятельное участие во многих наших проектах. Уважаемые коллеги, большие задачи перед историческим сообществом сегодня ставит само время. События последних лет убедительно доказали, что способность извлекать из прошлого уроки придает государству и обществу серьезный запас прочности и нередко становится стратегическим преимуществом. И наоборот, утрата этой способности ведет к деградации государства. За примерами далеко ходить не надо. Поэтому потребность в качественном историческом знании лишь растет, а качество сфер, в которых оно находит применение, увеличивается. В таких условиях жизненно необходимо, чтобы фундаментом исторической просветительской работы становились бы не мифы, а достоверные факты. Не так давно этот подход был нормативно закреплен в основах государственной политики в области исторического просвещения. Второй, не менее важной компонентой грамотного исторического просвещения остаются традиционные ценности, перечисленные в указе президента Российской Федерации, вышедшем в 2022 году. Указ так и называется: «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Если едва ли можно усомниться в том, что примеры из прошлого призваны воспитывать патриотизм, готовность к служению Отечеству и ответственность за его судьбу, ориентировать на крепкую семью и созидательный труд, милосердие и справедливость, преемственность поколений и единство народов России. Добавлю, что все мы в большинстве своем так или иначе ориентируемся именно на эти ценности и в работе, и в жизни. Уважаемые коллеги, Российское историческое общество сегодня – это огромная созидательная сила. В наших рядах более 800 индивидуальных и свыше 150 коллективных членов. Почти 70 региональных отделений Российского исторического общества проводят большую работу по всей стране. Они объединяют университеты, музеи, библиотеки, архивы, вовлекают в свои проекты ученых, краеведов, учителей, активно сотрудничают с руководством своих регионов, представителями средств массовой информации, с общественностью. Отрадно, что в последнее время укрепились и межрегиональные связи. Упомяну здесь лишь один гуманитарный автопробег «Владивосток-Луганск», в котором поучаствовали более 20 отделений РИО. Поддержка историков в воссоединенных регионах России
была и остается нашим ключевым приоритетом. С февраля этого года в Донецкой и Луганской народных республиках стартовали организованные экспертами РИО занятия по музейному делу. Осенью проведем в Мариуполе конференцию по общественно-гуманитарным наукам, а в Ростове первый форум музейных работников. Кроме музейных работников Новороссии. Кроме того, уже сегодня нам предстоит принять решение о создании регионального отделения общества Херсонской области. Уверен, что появление этой площадки откроет перед историками Херсонщины новые профессиональные горизонты. Развивается и международное сотрудничество. В его основе общий интерес российских и зарубежных ученых к объективному осмыслению исторических предпосылок происходящей трансформации миропорядка. В сентябре проведем конференцию на площадке Восточного экономического форума, посвятив ее истории российско-вьетнамских отношений, а затем организуем площадку на Санкт-Петербургском международном культурном форуме, где обсудим историко-культурное наследие как предмет диалога цивилизаций. Принципиально важно, чтобы в развитии сотрудничества со странами глобального юга более заметное участие принимали и наши научные организации, прежде всего в направлении отечественного востоковедения. Уважаемые коллеги, место, в котором мы сейчас работаем, память многим из присутствующих как бывшее помещение Российского государственного исторического архива. Почти 20 лет назад, в 2006 году, этот архив переехал в новый, специально построенный для него комплекс зданий на Заневском проспекте. Подчеркну, что материально-техническое оснащение архивной отрасли – это не быстрый, но принципиально важный процесс, такой же значимый, как и системное улучшение условий труда архивистов. Сегодня нам необходимо выработать стратегию развития архивной отрасли. При этом, на мой взгляд, магистральным направлением ее развития должна стать оцифровка документального наследия. Ее следует понимать, конечно, не как простое сканирование, а как реальное повышение доступности исторической информации для исследователей, в том числе через машинное распознавание текста для обеспечения возможности сквозного поиска в нем. К слову, в президентская библиотека тоже вполне могла бы принять участие в этой большой работе. Уважаемые коллеги, серьезный вклад в реализацию проектов Российского исторического общества сегодня вносит Министерство науки и образования, Министерство просвещения, Министерство культуры, Росархив и другие профильные органы исполнительной власти. Будучи центром ответственности по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «История и археология», Российское историческое общество активно участвует в распределении контрольных цифр приема, а шире – в комплексном совершенствовании всей системы высшего исторического образования. Как вы знаете, в сентябре прошлого года во всех высших учебных заведениях начал преподаваться обновленный курс «История России», слушателями которого стали все первокурсники страны вне зависимости от выбранного ими направления подготовки. В следующем году нам предстоит оценить эффективность этих мер, для чего обязательно проведем так называемый Всероссийский замер знаний. Важная роль в работе по совершенствованию высшего исторического образования отведена профильным академическим институтам. В тесной координации с Российским историческим обществом ими реализуются крупные научно-исследовательские проекты. Среди них и организация широких, в том числе
спасательных археологических работ и выход из печати первых томов 20-томной фундаментальной истории России. Этот масштабный труд, подготавливаемый на площадке Института российской истории Российской академии наук, станет настоящей вехой в отечественной исторической науке и сохранит свое значение еще по меньшей мере несколько десятилетий. Сегодня нам предстоит утвердить перечень приоритетных тем Российского исторического общества на 2025-2026 годы. При этом уже понятно, что наиболее значимым юбилеем, который объединит всех членов Российского исторического общества, станет 80-я годовщина победы советского народа в Великой Отечественной войне. В этой связи хотел бы сказать несколько слов о нашем совместном с федеральным казначейством проекте, который называется «Наркомы Великой Победы». Речь идет о многотомном издании, посвященном центральным органам управления Советского Союза в 1941-45 годах. Каждый том этого книжного цикла будет посвящен отдельному народному комиссариату и его руководителям. Над томами уже работают профессиональные историки и архивисты. А организационную и финансовую часть проекта взяли на себя соответствующие органы государственной власти, преемники народных комиссариатов с точки зрения курируемых отраслей. Уверен, что появление этого многотомника станет заметным событием как в научной, так и в общественной жизни нашей страны, нашим общим вкладом в подготовку большого всенародного праздника. Благодарю за внимание и предоставляю слово Борису Михайловичу Петровскому, вице-губернатору Санкт-Петербурга. Борис Михайлович, прошу вас. Друзья, для меня большая честь сегодня от лица губернатора нашего города Александра Ильича Беглова, членов правительства, вас поприветствовать. И я хотел бы свой непродолжительный доклад назвать в форме отчета и планов на будущее, которые сегодня имеются у правительства города Санкт-Петербурга, которые мы реализуем. И для начала хочу сказать фразу, которая может показаться для некоторых банальной, но тем не менее мы считаем, что очень важно ее постоянно повторять для того, чтобы помнить о том, что сохранение исторической памяти – важнейшая задача города, которая реализуется вместе со всеми профильными исполнительными органами власти, в том числе при поддержке общественных организаций. Я хочу сказать огромное спасибо Российскому историческому обществу за ту системную работу, которую мы ведем на протяжении уже многих лет. И вместе с членами исторического общества нам удалось провести целый ряд мероприятий и отпраздновать очень важные даты в истории России, в истории нашего города. В определенной степени мероприятием, созданным по новым стандартам, стало празднование 350-летия Петра I в 2022 году. С этого момента мы смогли полностью реализовать концепцию, задачу которой поставил губернатор, когда праздником, главным праздником в течение года погружены все мероприятия, которые происходят в городе в течение этого года. Грубо говоря, с Нового года до конца года мы проводим целую серию специальных мероприятий, которые направлены на празднование этой важной даты. Но и те мероприятия, которые стандартно проходят в городе, большие мероприятия, как День города или фестиваль «Алые паруса», они тоже посвящаются этой главной дате. И действительно, этот подход себя оправдал. Сегодня мы видим о том, что прошло уже практически 2 года, но горожане вспоминают это празднование и уже привыкли к этому новому стандарту.
Этому предшествовали и другие большие праздники, которые мы проводили вместе. Это и 300-летие провозглашения России империей, которое мы отпраздновали в ноябре 2021 года. И 800-летие со дня рождения благоверного князя Александра Невского. Кстати, мы активно готовимся к подготовке празднования 300-летия перенесения Петром I мощей Александра Невского, который мы масштабно отпразднуем уже в этом году, 12 сентября. Готовим большую программу. Говоря о главном событии 2024 года, я, конечно, не могу не рассказать и не отчитаться о праздновании 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Здесь я хочу поблагодарить наши федеральные органы власти, администрацию президента, управление общественных проектов, которые совершили колоссальную работу произвели. Я думаю, что многие из вас видели либо воочию, либо по телевизору тот блестящий концерт, который прошел на «Газпром-арене», на котором присутствовало порядка 45 тысяч человек, если не ошибаюсь. И это было масштабное мероприятие, очень красивое. Каждый, наверное, вынес из него какие-то свои эмоции, но конечно, тот блестящий хор из 5000 человек, который исполнял песни, лично во мне оставил такие воспоминания, которые продолжают остаться со мной и сейчас, и останутся на долгие годы. Безусловно, мы ведем активную подготовку к 80-летию Победы, которую мы встретим в следующем году, и сегодня мы реализуем проект создания памятника, мемориального комплекса, посвященного Ленинградской битве. Мы планируем реализацию этого проекта в 2025 году. Это было поручение президента. Сегодня активно проходит конкурс с участием Российского исторического общества, с представителями общества в конкурсной комиссии. Мы выбираем макеты. Первый этап уже прошел. Спасибо большое. Всем были выбраны, так сказать, короткий список победителей. Так что совсем скоро мы перейдем к тому, что уже узнаем, как будет выглядеть этот мемориальный комплекс, который находится на Пулковском парке на Московском проспекте. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Желаю вам успешной и удачной работы. Борис Михайлович, большое спасибо за ваше выступление, а главное за такую масштабную работу по историческому просвещению, которую вы, как вице-губернатор, курируете в масштабах города. Спасибо. Приглашаю к микрофону Анну Евгеньевну Цивилеву, председателя Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, участники сегодняшнего заседания. Фонд «Защитники Отечества» – это уникальная структура, которая не имела аналогов в истории нашей страны. И буквально на днях, 1 июня, мы отметили год со дня начала работы. Причем начали мы работу одновременно сразу во всех субъектах Российской Федерации. Одним из направлений нашей деятельности, которое прописано в указе президента и, соответственно, в уставе Фонда «Защитники Отечества», является патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти. Мы понимаем, насколько это важно, и для этого ведем огромную работу, привлекая самих ветеранов специальной военной операции, в том числе ко встречам со школьниками, студентами СУЗов, вузов. Они становятся преподавателями. И для нас сейчас удивительно, что одной из самых востребованных профессий, которую выбирают наши ветераны после демобилизации, возвращения домой, становится именно преподавательская деятельность.
Сегодня у нас мы пригласили на наше заседание руководителя филиала нашего Калужской области, уникального человека, который ушел добровольцем, сам является ученым, имеющим два высших образования и как историк, и как юрист. Сегодня он здесь будет выступать. Это Афанасьев Дмитрий Александрович. Поэтому таких у нас ребят становится все больше. Мы их благодарим, безусловно. И хочется, чтобы именно из первоисточника вот эта информация доходила и до нас. Кроме того, мы подписали соглашение с Федеральным архивным агентством и теперь имеем возможность документально увековечить память для наших потомков. Сотрудничество Фонда «Защитники Отечества» и Российского исторического общества позволяет нам сейчас расширить всю нашу деятельность по всей территории страны, включая новые территории. Никто не расскажет о подвигах наших героев, как сами участники. И фонд сейчас уже привлек более 3500 ветеранов, которые работают с детьми и молодежью. За год работы фонд стал инициатором 25 тысяч мероприятий патриотической направленности. В них приняли участие в том числе около 500 000 детей. Мы заключили соглашение с движением первых и вместе проводим работу по организации мероприятий и реализации проектов по патриотическому воспитанию юных россиян. Наш фонд организовал выпуск сборника стихов и рассказов самих ветеранов специальной военной операции. Это была наша первая практика. Огромное количество обратной связи от наших ветеранов, нам это было очень удивительно, мы получили. Они писали рассказы, стихи, короткие поэмы. Мы обратились к Захару Прилепину, который проходил реабилитацию в госпитале в Нижнем Новгороде после восстановления, после террористического акта. Он с удовольствием принял этот наш проект, положил все эти рассказы, оформил такой литературный, легко читаемый язык, и мы выпустили великолепный сборник, который назвали «На други своя». Буквально в рамках «Ночи музеев», которая проходила, мы сделали презентацию сразу во всех субъектах Российской Федерации, и такого интереса просто не ожидали. Приходили и взрослые люди, и школьники, причем разных социальных слоев люди интересовались. Мы эти книги, конечно же, раздаем, но думаем, что такой опыт будем продолжать и расширять, поскольку вторым из направлений по образованию запросов от наших ветеранов, это стало переобучение в направлении креативных индустрий. Для нас это тоже очень важно, и мы сейчас даже работаем с психологами, разбираемся, почему люди, казалось бы, военные, такие очень брутальные, прошедшие непростой боевой путь, реальный боевой путь, уходят именно туда. И вот одно из предположений, то, что вот именно в творчестве, в искусстве, они немножечко отходят от вот этих вот напряжений, таких будней, с которыми сталкивались, и в том числе это является одной из их ресоциализации, реабилитации и выхода из посттравматического стрессового синдрома. Поэтому мы сейчас нарабатываем огромную, новую абсолютно статистику. Хочется сказать и о таких направлениях, что сейчас начинается открытие собственных музеев в регионах нами и на базе филиалов и школ. Итак, например, такой первый музей в Ярославле уже был открыт, а наши ветераны приходят и регулярно пополняют коллекции и экспонаты прямо с фронта. В каждом регионе уже сейчас филиалы фонда, губернаторы, общественники, студенты, дети принимают активное участие по сохранению памяти героев. И так вот в рамках моей одной из последних поездок в Кузбасс я приняла участие в открытии мемориальной доски героя СВО Евгению Ашлыкову. И когда пришли сослуживцы, когда были школьники. И сейчас вот такие памятные доски действительно открываются в очень многих
школах во всех субъектах России. Фонд «Защитники Отечества» также сотрудничает и со всеми патриотическими организациями, силами России. В числе наших партнеров такие, как Ассоциация ветеранов СФО, Паралимпийский комитет России, Комитет семей воинов Отечества, Поисковые движения России, Волонтеры Победы, Бессмертный полк, Юнармия, Российское общество знаний и многие-многие другие. Мы совместно разрабатываем проекты как раз по патриотическому воспитанию и сохранению исторической правды, памяти о погибших героях. Также мы проводим и спортивные мероприятия, которые приурочиваем как раз памяти конкретных лиц, конкретных героев. Сотрудничество Фонда «Защитники Отечества» и Российского исторического общества нам позволили реализовать проекты по сохранению исторической памяти. Потому что это вопросы не только нашей национальной безопасности, это в том числе и наши духовно-нравственные ценности, которые мы сейчас транслируем и которые, мне кажется, являются в том числе очень притягательными для мирового сообщества. И тому пример, буквально на днях мы проводили выездную сессию Евразийского женского форума, который пройдет у нас в сентябре здесь, в Санкт-Петербурге, в Сибири, в Кузбассе. Приехали 13 представителей стран мира. И настолько был интерес повышен со стороны вот и наших партнеров, мы тоже были просто удивлены. И они сами по своей инициативе приходили на возложение цветов мемориалу воину-победителю. И участвовали во всех наших встречах с нашими героями специальной военной операции. Поэтому, мне кажется, вот эти вот нравственные основы нашего государства, они будут тем базисом, к которому потом мы можем привлекать в том числе и наших партнеров, наши дружеские страны, и выходить на международную повестку уже. Фонд «Защитники Отечества» объединяет усилия всех регионов и опыт всех регионов. И, в общем-то, мы транслируем сейчас то, что наши ветераны, которые возвращаются в созидательную мирную жизнь, будут активно в том числе участвовать и в наших совместных проектах. Поэтому большое спасибо и за внимание, и за ваше содействие, за ваше участие, вовлеченность в работу Фонда «Защитники Отечества». Я думаю, что мы в следующем году уже будем исчисляться не 25 тысячами проектами, а гораздо большим количеством действительно вовлеченных, ярких, патриотических проектов. Спасибо. Спасибо большое, Анна Евгеньевна. Я хотел бы от имени всех участников общего собрания, от всего Российского исторического общества выразить благодарность вам, вашим коллегам и такую большую армию энтузиастов, которую вы вовлекли в этот масштабный, по-настоящему благородный проект. Успехов вам. Спасибо. Прошу выступить Юрия Александровича Петрова, директора Института российской истории Российской академии наук. Уважаемые коллеги, с учетом большого количества мероприятий, которые сегодня и завтра, послезавтра проводятся в городе, мы планировали провести общее собрание в течение полутора часов. Желающих выступить много. Я просил бы всех выступающих ориентироваться на выступление в течение 5-6 минут. Попробуйте, у вас это наверняка получится. Спасибо, уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Мы с вами находимся в преддверии 80-летия Великой Победы, и мое краткое выступление будет посвящено тем важным событиям юбилейным этого года, которые мы должны уже отчасти реализовали и отчасти должны реализовать в наших мероприятиях этого года. Но прежде чем говорить об этих мероприятиях, два слова, в принципе, о значении этой тематики. Конечно же, история Великой Отечественной войны. В этой аудитории не нужно пояснять, насколько важна она для нашего общества современного, для воспитания юных поколений. В качестве вдохновляющего примера для бойцов специальной военной операции, для самоидентификации нашего народа, который, подвиг которого навсегда запечатлен в истории войны.
Но и по 80 лет это большой срок. Война все дальше уходит от нас в прошлое. И уже мало осталось ее конкретных участников. Можем ли мы говорить о том, что наши знания исчерпаны о войне? Вышли тысячи и тысячи книг, много документальных публикаций, фундаментальных трудов. Но, тем не менее, тематика истории войны неисчерпаема. И я полагаю, что мы должны приложить все усилия для того, чтобы эту тематику как можно активнее продвигать. Если говорить кратко, то по истории каждой войны есть три основные направления. Это история военных действий, история армий, история экономических мобилизации, это история наций, и история отдельных людей, которые участвуют в войне, это история людей или антропология войны. И вот по каждому из этих трех направлений у нас возможны новые научные открытия, новые прорывы. В связи с юбилейными событиями этого года наша одна из основных задач — это научная консолидация, координация действий большой армии наших историков, архивистов, музейщиков, которые работают в этой области. И юбилейные мероприятия этого года позволяют нам этой цели консолидации, объединения усилий, избежания дублирования, достичь этой цели. Я бы хотел, прежде всего, отметить 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Эта дата в январе этого года была широко отмечена в нашем сообществе. В частности, здесь, в Петербурге, был проведен важный научный форум по линии Академии наук и по линии Российского исторического общества. Петербургский институт истории провел важный круглый стол, на котором были новые материалы, связанные с историей ликвидации фашистской блокады. Очень важный, конечно же, момент – это решающее сражение 1944 года, так называемые «сталинские удары», истории которых мы тоже намерены уделить очень самое пристальное внимание. Новые здесь направления, это возможно, это наша кооперация с белорусскими учеными. И в июне этого года будет проведена конференция в Москве совместно с Институтом истории наук, Академии наук Беларуси, по теме «Операция Багратион». И там впервые будут приведены новые документальные свидетельства из архивов и России, и Беларуси, и о подготовке и проведении этой гигантской операции, которая, можно сказать, за месяц сломала хребет фашистской армии в Беларуси и привела к полному освобождению территории республики, а затем и к переходу нашей Красной армии к освобождению всей территории Советского Союза. Это дата очень важная в исторической памяти, и я думаю, что мы сможем пролить новый свет на историю этой операции. И в конце этого года планируем мы провести по линии исторического общества и научного совета РАН по истории войны большую конференцию, посвященную освободительной миссии Красной Армии в Европе, которая, собственно, в этом 1944 году и началась. Эта миссия, не надо объяснять, насколько она была важна, она привела к освобождению 11 стран Европы от нацистской оккупации, к освобождению десятков миллионов европейцев. Эту историческую память мы сохраняем, и более того, я думаю, что будет уместно напомнить современным западноевропейцам и восточноевропейцам о тех временах, когда судьбы их народов решались на полях сражений, и решающий вклад в сохранение их наций внесла Красная Армия, внес Советский Союз. Одним словом, у нас очень много планов на этот год, и я хотел бы призвать всех членов Российского исторического общества активно в них участвовать. И я уверен, что совместными усилиями мы добьемся нашей главной цели — цели приращения знаний о войне,
научных достоверных знаний, которые станут, я уверен, и прекрасным инструментом исторического просвещения на военную тематику. И эти наши академические студии, я полагаю, они могут быть и основой и образовательного процесса, и учебного процесса, и деятельности многочисленных добровольных объединений, связанных с историей войны. Одним словом, роль здесь академической науки и нас, исследователей, достаточно высока, и я уверен, что мы с этой важной миссией совместными усилиями справимся. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Юрий Александрович, спасибо большое. Я в своем выступлении уже упомянул о том, что под вашим руководством идет работа над таким масштабным проектом, четомник «История России». Первый том был презентован 2 месяца назад в Москве, в доме Рио. Знаю, что большинство томов уже готовы. Мы пожелаем вам успеха в реализации вот этого большого проекта, большого и очень важного. Спасибо. Николай Андреевич Макаров, вице-президент Российской академии наук, директор Института археологии Российской академии наук, член Президиума Российского исторического общества. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые участники общего собрания, мы все сегодня много говорим о новой истории России, работа над которой началась более 10 лет назад по поручению президента. И вот сейчас, после выхода 2 первых томов, наступило время оценки качества этого издания, и работа над ним хорошо известен, и, конечно, инициатором был Институт российской истории, но Российское историческое общество играло определяющую роль на всех этапах, от обсуждения концепции до решения издательских вопросов. И оценивая эту работу, вот 2 вышедших тома, надо сказать, что в начале, когда проект начинался, были сомнения, вообще нужен ли обобщающий труд. Ведь в любом случае он не вместит всех знаний, не заменит изданий по отдельным эпохам, не согласует все многообразие оценок и интерпретаций. И сегодня мы видим, что это издание не только необходимое и актуальное, но оно реализуемо на практике. Это современный свод знаний, верифицированных по истории России, который заполняет почти 60-летний пробел в изданиях такого рода, который вот наметился после издания «Истории СССР». И как медиевист я могу сказать, что первая книга, посвященная Средневековью, посвященная в значительной степени истории Руси, но охватывающая также всю территорию Евразии от Дальнего Востока до Прибалтики, до территории современной Калининградской области, это том, который сделан профессионалами с пониманием как бы всей сложности интерпретации, с огромным охватом огромного материала, с полным привлечением источников, и он раскрывает специфику исторических процессов, связанных с становлением Руси, что очень важно для понимания древнерусского единства, восточнославянского единства. Так что это очень актуальная книга, которая очень важна для понимания своеобразия, вот, той самобытности русской истории, о которой мы сейчас много говорим, несмотря на свои устрашающие размеры, 1000 страниц, и она, конечно, разойдется, она послужит материалом для исторического просвещения, потому что все то, что как бы пишется на 1000 страниц, расходится на лонгриды, расходится на вот какие-то небольшие интернет-статьи, как бы служит общему делу. И этот проект, конечно, очень важен, как проект, который объединил историков из разных институтов. На книге стоит 5 грифов, значительная часть текстов написана академическими историками. И очень мы счастливы, что книга издается восстановленным издательством «Наука». И источниками для значительной части вот первых томов послужили археологические материалы, в том числе полученные в процессе спасательных раскопок на участках современного строительства благодаря действующему очень совершенному законодательству. И в связи с этим вызывают тревогу инициативы деловых кругов, нацеленные на изменение правовых норм, регламентирующих порядок экспертизы земельных участков, порядок проведения
проведения спасательных раскопок, мы, археологи, понимаем, что настало время как бы многое поменять в законе, но надо сохранить главное – проведение превентивных обследований на научной основе руками профессионалов на основании открытых листов. И если, так сказать, эти изменения будут сделаны без учета мнения профессионального цеха, мы как бы потеряем организацию археологической отрасли и многое потеряем в нашем наследии. Мы подготовили соответствующие предложения в Министерство культуры и представили их на парламентских слушаниях, и будем очень рады, если признательны, если Российское историческое общество поддержит в этом вопросе археологов. Уважаемые коллеги, 2024 год проходит под знаком празднования 300-летия Российской академии наук и определенного переосмысления ее места в истории страны. Этому в немалой степени способствовало внимание к юбилею со стороны Российского исторического общества и присутствие этого юбилея в числе приоритетов Российского исторического общества. И, конечно, финансирование Министерством науки специальной большой научной темы по истории Академии, которая исполнялась нашими двумя архивами и завершилась выходом фундаментального двухтомного издания Российской академии наук «300 лет истории». Это первая академическая история Академии от момента основания до начала, до первого десятилетия 21 века, которая охватывает как бы изменения организационной структуры, историю выдающихся ученых, которые работали в Академии. Несмотря на большое внимание к истории науки, вот подобного издания еще не было, и эта книга как бы раскрывает роль Академии как институции, которая сыграла ключевую роль в становлении и развитии науки в нашей стране, но в значительной степени и историю самой науки разных специальностей. Она показывает, как менялась Академия на разных этапах от небольшого исследовательского учреждения, в котором академики были единственными учеными, единственными исследователями, до колоссальной корпорации институтов, созданной в советское время и во многом обеспечившей подъем страны в послевоенные десятилетия. Академия, с одной стороны, всегда занималась фундаментальной наукой, но она всегда и решала практические вопросы развития страны. Выход из печати больших изданий в наше время не всегда воспринимается как большое событие. Тем не менее, для исторической науки обобщающие тексты – это все-таки главные результаты научного труда, и одна из миссий Российского исторического общества – сохранять и поддерживать это понимание в нашем обществе, за что ему большая благодарность. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Николай Андреевич. Уважаемые коллеги, невозможно представить работу Российского исторического общества без одного из самых уважаемых историков современной России, академика, сопредседателя Российского исторического общества Александра Агановича Чубарьяна. Александр Аганович находится всегда на острие научно-технологического развития, поэтому участвует в работе общего собрания в режиме видеоконференции. Александр Аганович, мы вас приветствуем и просим выступить. Спасибо большое. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, мы уже заслушали информацию и сообщение о той большой работе, которая проводится Российским историческим обществом. Сергей Евгеньевич осветил все направления нашей работы, и я хотел бы несколько дополнить это рассказом о международной деятельности нашего исторического общества. Вы понимаете, что нынешняя международная деятельность проходит в сложных условиях, связанная с теми антироссийскими политическими устремлениями, которые демонстрируют страны Запада. И она распространяется не только на сферу политики, но и, как вы можете понять, на сферу истории. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы усилить правдивое освещение тех сюжетов и проблем, которые подвергаются искажениям в исторической науке, в политических кругах других стран. Первое, о чем я хотел сказать прошлого года и этот год, это наши усилия исторического общества нашего по расширению упрочения связи со странами СНГ. Это непростой вопрос, коллеги. У них во всех странах есть разные точки зрения, в том числе на периоды подходов к нашей общей истории. И вот 18-19 июня этого года в Москве
будет, с моей точки зрения, одно из важнейших заседаний стоповецкой дня, именно как подходить к оценке нашей общей истории, имея в виду и те учебные пособия, и те книги, которые выходят, уже вышли в этих многих странах, и к которым мы ведем все-таки полемику. Приезжают все директора институтов, и я должен сказать, с ними вместе мы пригласили молодых ученых. Я думаю, это будет важное заседание. Хотел бы проинформировать членов Российского исторического общества впервые. Я не хочу загадывать, но, кажется, мы имеем договоренности, приедет представитель Института истории Грузии, поскольку они тоже выразили желание участвовать в этой конференции. Второй вопрос связан с более общими проблемами. Мы имеем поручение президента и его согласие на проведение в прошлом году конференции, связанной с механизмом истории перехода к многополярному миру. Как вы понимаете, одна из важнейших задач современности и в политике, и в науке, и так далее. У нас в стране очень активно работают в этой области клуб «Валдай», ММО, Институт мировой экономики, международных отношений, Институт международных отношений, который вот Анатолий Васильевич руководит всей этой работой, Туркунов. Но мы решили, следуя указаниям президента и его поручениям, привлечь к этому историков. И в октябре прошлого года состоялась конференция в Москве, которая рассмотрела историю разных политических систем, которые были в прошлом, начиная с 17 века, Вестфальский мир, Венская система, Версальская, Ялтинско-Потсдамская, и наметить обстоятельства. На основании опыта обсудить, какие есть условия и возможности концептуального рассмотрения перехода к многополярному миру. Мы пригласили, приехало в Москву 20, представители 20 стран. Но это были основные наши партнеры: Китай, Индия, Иран, Южная Африка, Бразилия, некоторые еще африканские страны. Но приехали и представитель, профессор из Англии, из Ирландии, из Канады и из Франции. Заседание было очень, по-моему, успешным, и мы предложили провести следующее заседание в апреле этого года. Оно состоялось. Самое интересное для меня состоит в том, что все, я настаиваю, все участники октябрьской встречи прошлого года, все снова приехали в Москву. И таким образом это подтвердило их интерес, это первое. И второе – согласие на московскую площадку для обсуждения этих вопросов. И в апреле этого года мы провели эту конференцию в Москве, на которой уже рассматривались некоторые концептуальные основы нового мирового порядка или многополярного мира. Я не буду здесь подробно рассказывать, было очень интересное заседание. Достаточно сказать темы, которые были представлены самими участниками. Это Китай и мировой порядок, Индия и мировой порядок. Южноафриканский историк говорил: «Африка в новом мировом порядке». Профессор из Туниса представил доклад «Глобальный юг и новый мировой порядок». И была очень интересная, достаточно острая дискуссия. В частности, высказано было англичанам предложение рассмотреть понятийный аппарат, что такое многополярный мир, что такое международная система. Он даже поставил вопрос, что такое глобальный юг. Словом, я думаю, что это, конечно, имело большой резонанс не только в науке, но и в общественном сознании, в общественном мнении, в средствах массовой информации. И мы сейчас продумываем о проведении новой встречи, может быть, осенью этого года, уже по некоторым конкретным вопросам, которые были намечены. Я очень благодарен. Российское историческое общество участвовало, конечно, в этой работе. Мы получили поддержку министерства нашей науки и высшей школы, поддержку фонда «Транснефти», фонда «Мира». И я думаю, что эту работу очень важную следует продолжать и дальше. На основании этих конференций была выработана некоторая схема, так я бы сказал, назвал ее концептуальной основой перехода к новому мировому порядку, которую мы сейчас дорабатываем и представим ее руководству страны как одно из мнений, которое может быть учтено. Я думаю, что вот здесь следующий вопрос небольшой, о котором я хотел сказать. То, что Юрий Александрович сейчас выступал, сказал насчет конференции «Освободительной миссии Красной Армии». Вот на этой встрече, которая была, у нас были контакты с нашими коллегами из Англии и Франции.
Они согласились, и мы намечаем, может быть, теперь в сотрудничестве с Институтом российской истории, провести осенью конференцию по теме ориентировочно 1944 год в истории Великой Отечественной и Второй мировой войны. Английский участник, который согласился приехать на эту конференцию, сказал, что он бы хотел рассказать о роли Второго фронта. Я думаю, что мы поддержали эту идею, потому что так, как ведут себя сегодня наши бывшие союзники в отношении оценки войны и Второго фронта, и всей войны, требует, конечно, нашего ответа и нашего внимания по этому вопросу. Я бы хотел сказать, что, несмотря на все эти трудности, я думаю, что российское историческое общество проводит очень большую работу в международном плане. Здесь Сергей Евгеньевич упомянул насчет Вьетнама, но идут контакты с китайскими коллегами. Есть очень хорошие контакты со странами Латинской Америки, Африки. Я думаю, что в этом смысле мы имеем хорошие большие перспективы. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Александр Аганович. Следующий выступающий Анатолий Васильевич Торкунов, ректор Московского государственного института международных отношений, академик, член президиума Российской академии наук, сопредседатель Российского исторического общества. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, я прежде всего хотел коротко доложить вам, как обстоит ситуация сегодня с новой линейкой госучебника истории для 5-11 классов. Я думаю, что эта тема всех волнует. Я внимательно, как я думаю, все мы следим за дискуссией, которая ведется вокруг проблематики новых учебников. Но хотел сказать, что с 23-24 года во всех российских школах в 11 классах ведется обучение по единому госучебнику истории, и во многих 10 классах тоже эта работа сегодня уже ведется. Учебник этот создан, как вы знаете, большими авторскими коллективами, и по существу он продолжает работу над теми линейками учебников, которые вышли в середине 10-х годов, в 14-м году, и в которых участвовал Александр Аганович, профессор Мединский, ваш покорный слуга. К вопросу о дискуссии, которая ведется сейчас в отношении обязательной экспертизы ран учебников. Ну, в авторском коллективе, как вы знаете, было 3 академика, но мы тогда инициативно провели экспертизу в ИРИ-РАН, получили множество очень полезных дополнений, замечаний, максимально это учли еще при подготовке первого издания. Сейчас к печати готовится уже 3-е издание учебника для 10-11 класса, включающий информацию в том числе и о выборах президента 2024 года и другие дополнения, полученные в ходе апробации. Конечно, очень важное значение имела апробация этих учебников, собственно, в школе. И встречи с учителями, многочисленные встречи с учителями, практически, которые проходили по всей стране. То же самое касается экспертизы, подготовленной сейчас рукописи учебников для 5-9 классов. Благодарим и Институт российской истории, и Институт всеобщей истории РАН за тщательную экспертизу. Достигнута договоренность о размещении в учебниках соответствующей информации о проведенных экспертизах. Я вообще считаю, что экспертиза РАН – дело нужное, важное и полезное. Единственное, что, как мне кажется, все-таки надо договориться об алгоритме такого рода экспертизы и подумать о процедуре, по которой будет эта экспертиза проходить. Поскольку вы сами понимаете, что иногда требуется достаточно оперативное решение вопросов, связанных с выпуском этих учебников. Надо сказать, что подготовка рукописей предшествовала работа по внесению изменений в федеральные гособразовательные стандарты и в рабочие программы. Работа велась совместно с Министерством просвещения, научным сообществом. Одним из результатов этой работы стало не только обновление программ, но и существенное увеличение учебных часов на изучение истории. С 5 по 8 класс учебного года предусмотрено 3 урока истории еженедельно, включая региональную в 5-7 классах. Кроме того, внесены следующие изменения
программу. Первобытность и гособразование на территории России уже в 5 классе в рамках изучения древнего мира. Это Стоянки человека, Аркаим, Северное Причерноморье, Дербент. В 7 классе изучение истории России до 1553 года, 1533 года, извините, включая Василия III, всеобщее, как и было до эпохи Великих географических открытий 1492 года. 8 класс по восстанию декабристов в истории России 825 год, а всеобщая история Венский конгресс 1815 года. В изучении истории России внимание особо акцентируется на событиях и явлениях, имеющих объединяющее и консолидирующее значение, в том числе для становления русской цивилизации. Европоцентризм в некоторой степени сменяется акцентом на самобытность российской цивилизации. Особое внимание уделяется личности в истории. Все лучшее, что было в учебниках 10-11 классов, это синхронизация, QR-коды, фильмы, книги, понятный язык, пытаемся сохранить и приумножить. Одной из особенностей гослинейки учебников истории России и всеобщей истории является синхронизация. Каждый параграф в том или ином учебнике начинается с рубрик «Россия и мир» или наоборот. Минпросвещение провело конкурс на макетирование и тиражирование учебников. Его итоги были подведены на днях. Выиграло издательство «Просвещение», давшее минимальную стоимость экземпляра – около 210 рублей за том, всего 9 томов. В настоящее время начинается работа по макетированию. К 1 сентября линейка должна быть готова и планируется уже в 2024-2025 учебном году в ряде регионов пройдет ее апробация. А с 2025 года уже начнется преподавание по этой линейке учебника. Уважаемые коллеги, я хотел бы несколько слов сказать, продолжая тему, поднятую Александром Агановичем. Действительно, тема исключительно важная, связанная с формированием нового современного миропорядка. И работа эта ведется сегодня по самым разным направлениям. Я хотел доложить Российскому историческому обществу о том, что в рамках консорциума с Институтом востоковедения РАН сегодня ведется большая работа по роли исторического анализа востоковедения в контексте формирования современного миропорядка. Мы все понимаем, что построение нового полицентричного миропорядка должно рассматриваться не как формирование многих соперничающих между собой географических цивилизационных центров, у каждого из которых будет своя история, а значит и свое понимание современности. Оно должно рассматриваться как укрепление и конвергенция различных культурно-цивилизационных общностей в рамках единого человеческого пространства. Понятно, что укрепление цивилизационных идентичностей означает усиление роли исторической памяти как детерминанты политического поведения. Это усиление роли исторической памяти означает также укрепление тренда на использование истории в политике как инструмента. Хотел бы сказать, что вот первые итоги нашей совместной работы, в частности, по Центральной Азии, Александр Аганович говорил сегодня о предстоящем, очень, на мой взгляд, важном событии, встрече институтов директоров стран Центральной Азии, а также дискуссии, которые сегодня идут по истории центральноазиатских стран, в том числе и по линии Российского исторического общества, и по линии Фонда «Русский мир», показывают, конечно, что здесь очень много вопросов, которые нам следует с коллегами обсуждать, находить какие-то общие подходы к тем или иным проблемам. Но я, знаете, хотел бы, может быть, на одном только примере, хотя у меня их достаточно много уже накопилось за время нашей совместной работы, сказать несколько слов о государствах постсоветского пространства, о Центральной Азии. Тем более речь уже шла об этом. Все мы понимаем, что распад Советского Союза вызвал методологический взрыв на постсоветском пространстве. Становление новых независимых государств требовало объяснения и обоснования неизбежности становления их суверенитетов. Основными направлениями изысканий стали историческая древность национальных государств и доимперские, и досоветские периоды, их высокоразвитость. В ряде случаев апелляция делается к имперским дороссийским образованиям, это государства сасанидов, империи Тимура, империи Чингисхана,
и на следующих их государств. Параллельно происходят новые этнологические изыскания с доминировавшей установкой удревнения процесса этногенеза титульной нации и максимально возможное удревление происхождения государственности. На символическом уровне важность приобретали исследования отдельных исторических личностей, великих правителей, борцов за национальную независимость, деятелей культуры и искусства, ранее оценивавшихся исследователями в качестве представителей консервативного, архаичного, традиционалистского или даже упаднического направления. На инструментальном уровне на второй план часто отходят такие методы, как критика источника, верификация, определение достоверности. Это интересно, что сам массовым зрительно и текстильно запоминаемым источником формирования нового мировоззрения стали новые денежные знаки в Центральной Азии. В их создание включились и историки, и востоковеды. Ну и власти, конечно. Изображения на купюрах и монетах постсоветских государств Центральной Азии имеют символическое значение. Своим фактом эмиссии они фиксируют изображение государственных символов. И фиксация изображений исполняет еще и обучающую функцию – олицетворять историческую преемственность государственного суверенитета, демонстрировать развитость цивилизации титульного этноса, способствовать формированию устойчивого позитивного восприятия территориальных притязаний или непререкаемой целостности государственной традиции. Еще более на это направлено фиксирование картографического материала и природных символов, соотнесение с имперскими правителями государств, существовавших прежде на территории ныне независимого государства, потенциально может нести еще и скрытый смысл обоснования доминирующего положения соответствующего современного государства или объяснять концептуально необходимость и даже неизбежность региональной интеграции. Эти общие черты характерны для всех банкнот и монет стран постсоветского Востока. Должен сказать, что серьезному пересмотру подвергаются и международные отношения, в том числе межэтнические, между соседними постсоветскими странами. Таким образом, в случае с Центральной Азией мы видим, что отказ от макроисторических теорий и исторический плюрализм ведут к формированию локальных концепций, которые призваны давать исторические обоснования процесса государственного строительства и нациогенеза. Это относится, кстати говоря, не только к Центральной Азии, но вот сейчас особенно интересно идут дискуссии вокруг Индии в связи с завершением выборов и победой партии нынешнего премьер-министра. Мне кажется, что эти исследования, которые ведут востоковеды, я знаю, что эта работа ведется и здесь активно, в Питере, исключительно важны с точки зрения анализа в контексте формирования современного миропорядка. Так что хочу заверить, что мы эту работу будем самым активным образом продолжать. Спасибо. Спасибо, Анатолий Васильевич. Константин Ильич Могилевский, заместитель министра науки и высшего образования России, сопредседатель Российского исторического общества. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, дорогие друзья, вы знаете, что сейчас идет работа по обновлению национальной системы высшего образования, и одной из отличительных черт обновленной системы станет единство подходов к содержанию всех социально-гуманитарных дисциплин, преподаваемых на непрофильных направлениях подготовки. Цель этих изменений в том, чтобы добиться освоения каждым, вне зависимости от выбранной специальности, определенного минимума знаний культурного человека. И в этом смысле обновление курса истории России можно рассматривать как успешный пилотный проект. Сегодня мы работаем над тем, чтобы обеспечить этот курс учебной литературой. Хрестоматия с основными источниками по истории России, подготовленная Росархивом, уже готова, а учебник по истории России находится на завершающем этапе внесения правок. Этим занимаются коллеги на площадке Института российской истории РАН. Благодарен региональным отделениям РИО, проекту ДНК России и всем коллективам, всем коллегам, принявшим участие в профессиональном обсуждении текста будущего пособия. В общей сложности в адрес авторов поступило более 3000 предложений и замечаний. Учебник, разумеется, не идеален. Я бы сказал даже, что от идеала он достаточно далек. Но, тем не менее, это значительный шаг вперед. И только практика позволит понять, насколько он соответствует потребностям образовательного процесса. Рассчитываем, что уже с 1 сентября новый учебник будет доступен во всех основных университетских электронных библиотечных системах. Курс «История России», безусловно, еще будет дорабатываться.
осенью вместе подведем промежуточные итоги на 3-м национальном форуме преподавателей истории в Тюмени, а параллельно проведем 2 среза знаний в начале и в конце учебного года, чтобы оценить влияние предпринятых мер на знания студентов. При этом мы все прекрасно понимаем, что ключевую роль в образовательном процессе играет преподаватель. Благодарен Российской академии образования лично Ольге Юрьевне Васильевой. Академия взяла на себя организацию соответствующих программ повышения квалификации. Не менее важный вопрос связан с подготовкой профессиональных историков. На сегодняшний день образование в рамках соответствующих дисциплин получают более 25,5 тысяч студентов. На следующий год университетам установлено почти 5800 мест, в том числе в аспирантуре. Добавлю, что с каждым годом количество контрольных цифр приема для историков растет, а предложения, переданные нашим обществом, учитываются министерством в полном объеме. Для того, чтобы обеспечить постоянный прирост научного знания по истории и смежным наукам, системно поддерживаем работу подведомственных министерству институтов РАН. Многие из наших уважаемых коллег-директоров присутствуют сегодня в этом зале. 2 слова о востоковедении сегодня. Много уже говорили о нем. Сегодня направления подготовки, связанные с востоковедением и африканистикой, реализуются в 23 российских университетах. На соответствующих программах обучается более 7500 студентов. Сильной стороной отечественного востоковедения является фундаментальная языковая подготовка. Сегодня наши студенты могут выбирать язык из 47 языков народов Востока и Африки. Более 1300 высокопрофессиональных преподавателей работают. При этом для дальнейшего развития востоковедения, конечно, требуются дополнительные ресурсы. Мы подготовили ведомственный проект, который проходит сейчас согласование в Минэкономразвитии и Минфине. Уважаемые коллеги, завершая, я хотел бы коснуться еще одной важной темы, тоже имеющей историко-просветительское измерение. Как вы знаете, на сегодняшний день, согласно нашему законодательству, для получения разрешения на работу, вида на жительство или российского гражданства иностранному гражданину необходимо сдавать экзамен, состоящий из 3 частей. Русский язык, основы российского законодательства и история России. Миноборнауки России прилагает большие усилия для того, чтобы системно повысить качество соблюдения процедуры при проведении этих экзаменов во всех регионах страны. И надо заметить, что по косвенным признакам изменения к лучшему уже происходят. Например, средний процент не сдавших этот экзамен за период с января по май увеличился с 3% сразу до 30%. При этом, конечно, целесообразным было бы подумать и над тем, чтобы вместе с коллегами из Рособорнадзора, отвечающего за подготовку заданий для экзамена, чаще обновлять банк используемых для тестирования вопросов. Полагаю, что при согласии всех заинтересованных сторон члены Российского исторического общества тоже могли бы внести в эту работу свой вклад. Благодарю за внимание. Константин Ильич, спасибо за блестящее выступление и за уважительное отношение к регламенту. Прошу всех выступающих помнить о 5 минутах и приглашаю к микрофону Александра Владимировича Журавского, заместителя начальника управления президента Российской Федерации по общественным проектам. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, в этом году, собственно, через 2 недели уже 12-летие Российского исторического общества, оказалось, вот только-только оно воссоздается. А тем не менее, сматривая ретроспективу, видим, насколько значимо и фундаментально влияние общественной организации на историческую науку. И наследуя принципы, заложенные историческим императорским Русским историческим обществом в 1866 году, возрожденное историческое общество вносит, конечно, весомый вклад не только в изучение отечественной истории, не только в развитие и формирование общероссийской исторической культуры, но и в недопущение фальсификации истории. И наш президент часто говорит о том, что у страны не может быть никаких двух состояний, кроме как суверенного и колониального. Не может быть третьего состояния. Вот и у исторической науки тоже не может быть никакого третьего состояния. Она может быть либо суверенной, либо историей, которую пишут в других странах для колонии.
И Российское историческое общество, безусловно, всем своим служением Отечеству демонстрирует и в продвижении единых образовательных исторических стандартов, и в стремлении создать единый учебный стандарт, исторический стандарт, и во всех своих инициативах именно вот эту очень простую, очевидную для всех сейчас, в 90-е годы неочевидную мысль, что историю пишут победители, и мы нация победителей, поэтому мы эту историю своего народа, своей страны и пишем. Ну, это особенно актуально в связи, понятно, с тем, что происходит сейчас, специальная военная операция. И здесь миссия и роль Российского исторического общества чрезвычайно важна по линии нашего управления, управления общественных проектов, других управлений администрации президента. Выстраивается большое количество взаимосвязей и сотрудничества. Это и по линии созданной межмузейной рабочей группы. Здесь у истоков ее создания стояла Константин Ильич и Ирина Яковлевна Великанова, и Александр Яковлевич Школьник. Это все обсуждалось. И, в общем, мы видим, как сегодня патронирующие музеи помогают и вместе с Российским историческим обществом при поддержке иногда Президентского фонда культурных инициатив помогают тем музейным собраниям и тем культурным институциям, которые сохранили вот историческое знание в новых субъектах Российской Федерации, в возвращенных территориях. И то количество выставок, которые тоже фундаментальных, на самом деле, выставок, которые были инициированы Российским историческим обществом вместе с историческим парком «Россия. Моя история», с музеем «Современная история», с музеем «Победы», тоже при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, это тоже явные такие маркеры суверенности нашей исторической школы. И выставка «Донбасс-Россия» — это история наших земель, посвящена она была, приурочена к 80-летию освобождения от фашистских захватчиков тогда советского региона, а сейчас российского региона. Это и выставка мультимедийный «Русский Азов», которая была посвящена всем тем территориям, которые примыкают к Азовскому морю. Это и выставка, посвященная агрессивной политике блока НАТО. Это и выставка «Обыкновенный фашизм» и многие другие мультимедийные выставки, которые не ограничиваются экспозицией только в каком-то из музеев, а дальше продвигаются по субъектам Российской Федерации и через исторические парки «Россия. Моя история», и через площади других музеев и другие музейные пространства, и обязательно демонстрируется в новых субъектах Российской Федерации. Я хотел бы высказать слова признательности за то сотрудничество, которое у нас сложилось, и выразить надежду, что оно и дальше будет также активно развиваться. Спасибо большое. Спасибо, Александр Васильевич, за ваше выступление. Я с удовольствием приглашаю к микрофону Карин Кнайсель, руководителя Центра «Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам России». Эта лаборатория создана при Санкт-Петербургском государственном университете. Прошу вас. Спасибо. Добрый день. В следующий раз говорю по-русски. Сегодня, извините, только по-французски. Monsieur le Président, Нарышкин. Уважаемый председатель, господин Нарышкин, уважаемые дамы и господа, и очень благодарю переводчикам. Уважаемый ректор Литвиенко, дамы и господа, название моего доклада касается моей книги, которая вышла, называется «Реквием по Европе».
я бы хотела задаться вопросом, был ли Освальд Шпенглер прав? На протяжении веков имя этого философа стало синонимом заката Запада. Именно таково было название его основного произведения. Его книга называется «Закат Запада», «Закат Европы». Впервые я прочитала эту книгу в 2012 году. Именно в тот момент я писала свою книгу «Фрагментированный мир». Другое название этой книги было «Что будет после деглобализации или ренационализации». Желание найти, восстановить, обрести суверенность. По моим наблюдениям, это происходит уже 20 лет. Я перечитала Шпенглера тогда, как я писала нынешнюю книгу, эту книгу, и я начала писать эту книгу в Ливане. Я закончила эту книгу в небольшой русской деревне и здесь, в Петербурге. Я также хочу выразить свою большую признательность господину Сорокину, который пригласил меня на это заседание. Я также искренне благодарю председателя исторического русского общества за то, что вы меня приняли. Я не историк, я юрист, но история всегда меня очень привлекала. Книга Шпенглера, к счастью, она есть в интернете. Свою бумажную книгу я, как и все другие, оставила в Австрии. Мне пришлось покинуть страну в 2020 году. Я приехала во Францию с двумя своими собаками, с двумя чемоданами. Между делом я прошла через другую одиссею, и я очень рада, что я смогла начать новую жизнь здесь, в Россию. Итак, возвращаясь к Шпенглеру, он обратился к вопросу о цикличности истории. Он предпринял междисциплинарное изучение истории, сравнительное изучение истории. Он заинтересовался тем, что была история западного, стран западного мира и юга. С точки зрения России, и особенно его оценка России, и мне кажется, что она особо интересна. Он возлагал большие надежды на будущее России. В 1917 году и 1923 году, когда он выпускал последовательно разные издания этой книги, он никогда не терял надежды в России. Я, естественно, не писала продолжение книги Шпенглера, хотя, безусловно, между «Реквием» и «Закатом Запада» есть некая преемственность. Я не хотела посвящать книгу Европейскому Союзу, институциям Европейского Союза. Это книга о судьбах Европы. Сейчас, к сожалению, Европа войны. Такова сейчас повестка европейская. Мы вернулись как будто бы к началам, к истокам европейской истории, которые тоже, к сожалению, я не могу скрыть свою горечь в этом вопросе. Для меня это личная боль. Мы вернулись к Европе в тоталитарной войны. Я всегда мечтала о Европе плюрализма, о Европе свободы, конституции, искусства свободы. Но сейчас для большинства иммигрантов Европа — это страна всего благополучия, всего благосостояния. Я поняла, что я увидела, насколько европейские государства, Австрия, Франция, на что они способны, если мы думаем независимо, и как они относятся к преподаванию в русском университете. И в результате следствием для меня этого размышления их для меня стало исключение. Им кажется, что это ересь. Это мне напоминает дискурс 17 века. Европа, которой я всегда была бесконечно благодарна, она перестала существовать. Она потеряла свою душу. Она мертва. И поэтому я делаю реквием на русском языке. Благодарю вас за ваше внимание.
Благодарю вас, уважаемая госпожа Кнайсель, за блестящее выступление, за проявленный интерес к работе Российского исторического общества. Я хотел сказать, что мы восхищаемся вашей такой твердой, нравственной позицией. Благодарим вас за то, что вы, будучи юристом, но отстаиваете и историческую правду, и высокие общечеловеческие ценности. Спасибо большое. Так, Елена Петровна Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Спасибо, Сергей Евгеньевич. Добрый день, коллеги. Сегодня участвовать в общем собрании Российского исторического общества для меня особенно знаково в новом качестве руководителя Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации. Потому что лично я давно связана с Российским историческим обществом. Многие проекты и многие действия были сделаны вместе. Историческая память сегодня стала нормой практически всех стратегических документов. Через обращение к прошлому выкристаллизовываются ценности, формируется национальное сознание. Мы все чаще говорим о нарративах, которые должны лежать в основе нашего национального сознания, причем исторически сложившиеся. Мы понимаем, что эти нарративы формируются при очень правильном фактологическом, глубоком, изученном ряде. И поэтому знаю, что последующее сегодня утверждение основных приоритетных тем на следующий год – это очень важный и достойный вклад Российского исторического общества в формирование исторической памяти. Знаем о том, как используется историческая память в угоду политическим конструкциям, и понимаем, что для нашего государства, для нашего общества есть особенно приоритетные темы, которые дают ответ на многие вопросы, в том числе 80-летие Великой Отечественной войны, победа. И сегодня уже звучало, Юрий Александрович говорил о том, что именно освободительная миссия – это та ключевая точка памяти, тот нарратив, который сегодня, в 24-м году, становится лейтмотивом многих мероприятий. Но мы прекрасно понимаем, что для западного мира этот нарратив имеет совершенно обратную плоскость. Речь идет об оккупационной политике. И вот эти деструктивные выбросы в отношении исторической памяти, конечно же, позволяют говорить о том, что историческая память сегодня – это политический контекст, это политическая составляющая, и сегодня принципиально важно ее сохранение для национальной государственности. Не случайно президентом было принято решение о создании национального центра в этой сфере. Но что для нас принципиально, коллеги, единомышленники, то, что историческая память должна базироваться исключительно на глубочайшем проработанном историческом знании, на том самом фундаментальной науке, которая сделает эту историческую память непоколебимой в нашем информационном пространстве под влиянием тех деструктивных вызовов, нападок, которые следуют. Только хорошая база, историческая, фундаментальная база может создать необходимую прочность исторической памяти. Уверена, что все мы это прекрасно осознаем, и поэтому приоритетным направлением работы центра и взаимодействия с историческим сообществом является как раз опора на экспертное сообщество, являются различные форматы институциализации совместной деятельности, ну и, конечно, проектная деятельность. И сегодня уже целый ряд проектов находится в стадии разработки и с Институтом российской истории, и с Российским историческим обществом. Знаю, что в регионах такая работа тоже сейчас ведется. И мне хотелось бы затронуть еще один ракурс исторической памяти. Научно-теоретический. Ведь когда сегодня звучит словосочетание «историческая память», то чаще всего возникают мысли о конкурирующих мемориальных практиках, о войнах памяти, о риторике памяти. И даже можно услышать о том, что это один из механизмов манипуляции сознанием. Так вот,
формирование научной базы исторической памяти, а что греха таить, мы многие с вами, оперируя той или иной теоретической конструкцией в отношении этого понятия, оперируем именно к западным ученым. А наш накопленный опыт здесь, в России, он таков, что историческая память сегодня, как именно научная конструкция, как научный нарратив, уже состоятельно в своем теоретическом обобщении. И требует, конечно, своей методологической уже формализации. И вопрос о трансформации и реструктуризации исторической памяти, исторического опыта, переживаний, тех социальных сдвигов и конфликтов именно в сравнительной исторической ретроспективе. Вот уверена, что на базе таких вот трех китов – это просветительская деятельность и претворение различных нарративов, их интеграция в деятельность общественных движений – это фундаментальная научная экспертная работа и, конечно же, шаг к теоретическому обобщению исторической памяти как научного явления. Это та сфера, где Национальный центр исторической памяти и Российское историческое общество едины. Большое спасибо, Елена Петровна. Попрошу выступить Михаила Борисовича Петровского, директора Государственного Эрмитажа, председателя Совета отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге. Спасибо большое от петербургских историков всех нас еще раз. Приветствую. Три мысли и три примера. Во-первых, мы должны отметить громадную работу Российского исторического общества, одобрить эту работу. У нас сегодня общее собрание. И я думаю, что мы все понимаем, что на нас строится будущее мира, потому что перестройка мира идет на гуманитарных основах. Историческая память, традиционные ценности. Они все разные, и мы должны научиться их объединять. Мы только что об этом говорили. И в этом смысле наука, которой я причастен, о которой сегодня много говорили, востоковедение, которое является наукой о других, играет очень большую роль. Второе. Война – это для нас очень важная вещь, это память, но это и очень важный опыт. Для нас, людей в Петербурге, память ленинградской блокады – это еще и культурный опыт, который учит тому, как нужно жить в условиях блокады. Мы сейчас живем в условиях только половинной культурной блокады. Так вот, в условиях блокады надо жить, строить жизнь, деятельность так, чтобы она была зеркальной, чтобы она была аналогична тому, что происходит за блокадой, должна быть демонстративной для того, чтобы все видели, что происходит здесь внутри. Это тот опыт, который, в частности, важен в истории Эрмитажа во время блокады. Третье, наше историческое просвещение – важнейшая вещь. Мы учим тому, какая правильная история, но мы должны не забывать, что мы живем в мире интернета, и люди, которые знают правильные точки зрения, должны также уметь для другим и себя отвергать другие неправильные точки зрения, потому что все они существуют, существуют дискуссии, люди, каждый простой человек должен быть внутренне готов к тому, как, ну мы все знаем, как говорить, объяснять Бородино, а вот про все остальное иногда бывает непросто. А я хочу в качестве примера нашей просветительской работы, Эрмитаж старается очень много делать, исходя вот из этих принципов. У нас только что открылась выставка, посвященная барону Мюнхгаузену. Это очень серьезная, очень интересная выставка, рассказывающая о постпетровских временах, о тех временах, когда строилась вот там мощная Россия, и о том, как они рассказывали и почему рассказывали. Рассказывает о том, как общая атмосфера была весьма склонна к рождению легенд как о России, так и не о России. Там на витринах лежат журналы, вернее, экземпляры Санкт-Петербургских ведомостей того времени, где рассказы о мире примерно такие же, как рассказы Мюнхгаузена о России. Но и важно, что Россия стала объектом таких мирового внимания. Это вот пример того, как мы с исторической памятью обращаемся и разворачиваем для самых разных аудиторий. Второе. Мы честно выполняем громадный план мероприятий, который существует, и в плане мероприятий вторым пунктом стоит 950 лет Торопцу. Завтра мы открываем конференцию, а послезавтра выставку, посвященную Андрею Митрохину, выдающемуся основателю искусства реставрации в России. И третье, мы говорили об учебниках. Всем известно, по крайней мере, мы старались, чтобы все знали, что на учебнике 4 класса истории России в России всегда была триумфальная арка Пальмиры. Это помогло тому, чтобы Пальмира потом была освобождена. Это было неким таким знаменем и аргументом и для политики. Сейчас предполагается тоже, насколько я знаю, и мы предлагаем поместить там, но только не саму триумфальную арку, а блестящий
компьютерную модель реставрации абсолютно новейшего типа, которую создали наши археологи, и которая будет основой для реставрации арки, которая вот предполагается произвести. Так что и новейшие технологии, школьный учебник разными способами. Спасибо. Большое спасибо, Михаил Григорьевич. Прошу выступить Дмитрия Александровича Афанасьева, исполнительного директора Ассоциации ветеранов специальной военной операции, руководителя ФИАЛа Госфонда «Защитники Отечества» по Калужской области. Пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые друзья, я тоже, как многие здесь, имею отношение к Институту востоковедения РАН. Но начну, пожалуй, с главного вывода, который я сделал, находясь в зоне проведения специальной военной операции. То, что мы историки, как военные, делаем там, это точно нужно здесь. И то, что историки, как ученые, делают здесь, это точно нужно там. Когда началось СВО, то учебные учреждения разослали презентации с указанием провести занятия и объяснить, что происходит. Уже тогда я почувствовал определенное недоверие со стороны детей. Или, другими словами, несмотря на все свое красноречие, я был малоубедителен. Дети задавали достаточно простые вопросы: зачем эта территория, к чему это приведет, что будет с моими родственниками. Но 100% был уверен лишь в том, что происходит событие исторического масштаба, и мне, как преподавателю, важно было быть сопричастным с этим событием. Чтобы ответить на эти вопросы, в конце мая 22 года, после окончания учебного года, поехал волонтером на освобожденные территории, старался поговорить с людьми по душам, понять настроение в обществе. Оно было, прямо сказать, неоднозначным. Женщины задавали мне прямой вопрос: зачем вы пришли? Желая услышать, что мы пришли не повоевать и уйти, а остаться навсегда. Спрашивал я и про доступность образования. Каково было мое удивление, что обязательные наши 9 классов школьного образования там были отменены, и молодые люди с трудом вспоминали, сколько они закончили классов, кто-то 7, кто-то 8 называл. Очевидно, что, понизив уровень образованности, граждан стало легче ими манипулировать. В сентябре 22 года добровольцем прибыл в батальон «Спарта» в Донецке на должность оператора БПЛА. В этом батальоне служили в основном донецкие ребята, и в моментах отдыха заводил разговоры с ними об отношении к России, к Украине. Это 22 год, сентябрь месяц. Причем спрашивал у бойцов, кому было и 20, и кому 40 лет. Все как один говорили: чем раньше мы, Россия, поймем, что против нас воюет злейший враг, тем быстрее придет победа. У нас все как всегда, у нас все те же враги, у них все те же планы уничтожения российской государственности. Противник всегда объединялся с другими, выступал против нас. Такое, знаете, отношение «многие к одному» или «все на одного», как у нас говорили в детстве. Совершенно неважно, как эти объединения государств назывались – империя, рейх, союз. Как, в свою очередь, для противника был всегда неважен и наш политический строй, будь то Советская Россия, Российская империя или Российская Федерация. Буквально несколько слов о моральной ответственности историков. Она заключается в просветительской работе, о чем сегодня уже говорилось – донесение до общества достоверных объективных знаний об истории. В противном случае мы получаем потребительское отношение к исторической информации, где часами говорящие головы рассказывают людям, упрощая ситуацию, смешивая события. Виртуально образовывают. Место историка в СВО понятно. Он должен заниматься развенчанием любых исторических мифов. Мифы приходится разносить пух и прах, ибо люди зачастую охотно откликаются на разный абсурд. К сожалению, историки многое отдали на откуп социальным сетям, блогерам, где информация носит в лучшем случае публицистический характер. Конечно, сейчас ситуация меняется, есть к чему стремиться. Вернемся к СВО. Президент России много раз публично объяснял происходящее. Если кратко, мы участвуем в процессе восстановления исторической справедливости и конституционного строя Российской Федерации с учетом изменений. Идет битва не за территорию Украины, а битва за право жить дальше. Проиграем, наших детей расчеловечат, технологии уже готовы и опробованы. Поле деятельности для историков самое широкое – это исследование героических событий освобождения Мариуполя, Артемовска, другие
воинские операции. Это история создания добровольческих формирований, боевые пути воинских соединений, история новых видов вооружений. Наша задача — собирать исторические источники, которые создаются сейчас по-живому. Важна отработка дневников непосредственных участников СВО. Историческое событие, оно воспринимается совершенно по-разному. Пример, как в монастыре территория одна, но для монаха, послушника, трудника, паломника, посетителя она имеет разные смыслы. Даже восприятие времени идет по-разному. Также и для добровольцев, кадровых военных, местных жителей, волонтеров, родственников участников СВО разные запросы и разные ответы. И в заключение. Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества» создан президентом. Фактически президент год назад поставил задачу создать систему ценностей для участников СВО в обществе. Создание фонда – это первый опыт в истории России, когда систему оказания помощи для участников СВО государство стало создавать еще до возвращения бойцов и командиров, включив туда весь спектр поддержки. Анна Евгеньевна, спасибо вам за ваши организаторские способности, что вы несете на своих плечах груз помощи всем бойцам и командирам. Доклад закончил. Спасибо за внимание. Дмитрий Александрович, спасибо за четкий и очень содержательный доклад. Совсем коротко. Мы в цейтноте уже. Большое спасибо. Мне бы хотелось все-таки очень коротко прокомментировать важный момент. Мы сейчас набираем большой опыт. И вот хочу обратиться сейчас, тем более здесь только что выступил с докладом Туркунов Анатолий Васильевич, с формированием программы образовательной для детей. Вот формирование патриотизма, любви к родине, оно формируется из достижений страны, в том числе славных подвигов и побед. И когда мы приходим встречаться со старшеклассниками, и в том числе наши ветераны, у них, как правило, уже сформировано мировоззрение. И, к сожалению, не в сторону нашей страны. Они уже, многие, заточены на получение образования за границей. Они уже хотят видеть себя совершенно в другой ипостаси. И мне кажется, что начало преподавания как раз и рассказ истории, нашей истории с нашими достижениями надо начинать с начальных классов. Именно эта категория детей, начальная школа, средняя школа, они наиболее впитывают сейчас, и мы можем повлиять на формирование их ценностей. Когда мы заходим с нашей историей в старшие классы, становится уже поздно. И здесь как раз, вот когда знания заходят и либо через публикации, либо через контакт, вот как раз контакт вот таких людей, которые сейчас выступали, это и является, мне кажется, залогом того, что мы сможем менять вообще отношение нашей молодежи, наших граждан к нашей стране. И в заключение, Сергей Евгеньевич, вам хочу подарить эту книгу. Спасибо. Уважаемые коллеги, поскольку мы сегодня проводим общее годовое собрание, нам необходимо в течение 5-7 минут рассмотреть несколько чисто организационных вопросов. И, значит, в этой связи я обязан просто завершить дискуссию и извиниться перед Юрием Дмитриевичем Нагорных и Марией Александровной Пономаревой за то, что не успел вам дать возможность выступить. Не держите зла, я виноват. Спасибо. Коллеги, несколько организационных вопросов. Михаил Борисович Петровский, прошу вас. Я понимаю, истекает срок полномочий нашего председателя, и я предложил бы просить Сергея Евгеньевича согласиться быть выбранным на следующий срок. Константин, спасибо. Ну, нет. Спасибо, уважаемые коллеги. Я так понимаю, что возражений нет. Да. Ну, поскольку в цейтноте, я ограничусь тем, что скажу, что, ну, как положено, благодарю, во-первых, за доверие, и второе, уверен в том, что вместе с вами, вот, с тем российским историческим обществом мы будем
так же целенаправленно работать, как делали это предыдущие 12 лет. Спасибо. Так, Руслан Григорьевич Гакуев, пожалуйста. Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые коллеги, помимо главного организационного вопроса, за который мы уже проголосовали, нам предстоит еще обсудить ряд вопросов. Сергей Евгеньевич, разрешите доложить коротко сразу по всем вопросам. Пожалуйста. Всем участникам общего собрания роздан перечень приоритетных тем на 2025-2026 год. Это приложение номер один. Перечень традиционно составлен на основе предложений членов Президиума, членов Совета Российского исторического общества, а также Советов региональных отделений. По сравнению с предыдущим годом, их количество увеличилось более чем вдвое и составляет почти 300 тем. Просил бы поддержать этот список. Нет возражений. Принимается. Дальше. Следующий вопрос касается состава руководящего органа Совета Российского исторического общества. Предлагается ввести в состав Совета Загребина Алексея Егоровича, исполняющего обязанности директора Института этнологии и антропологии, и Хазина Андрея Леонидовича, ректора Российского государственного социального университета. Нет возражений. Принимается решение. В приложениях 2 и 3, розданных участникам общего собрания, содержится предложение по принятию в состав Российского исторического общества юридических и физических лиц. К принятию предлагается 5 юридических и 35 физических лиц. Вместе с ними в составе общества будет 172 юридических лица и 926 физических членов Российского исторического общества. Предлагается утвердить новый состав юридических и физических лиц. Коллеги, утверждаем? Да. Принимается. И последний вопрос. В приложении номер 4 содержится предложение по созданию регионального отделения в Херсонской области и утверждению председателей советов отделения Российского исторического общества в Краснодарском крае и Херсонской области. В Краснодарском крае Евтушенко Александр Сергеевич, декан факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного университета. В Херсонской области Алагойский Артем Алексеевич, исполняющий обязанности министра культуры Херсонской области. Предлагается утвердить. Коллеги, думаю, с удовольствием примем и это решение. Нет возражений? Нет. Принимается. Спасибо. Спасибо. Так, коллеги, и в самом завершении еще один короткий вопрос. Торжественная церемония вручения скромных наград Российского исторического общества. Мне, видимо, нужно выйти. Серебряной медалью Российского исторического общества награждаются Виленбахов Георгий Вадимович, член Совета Российского исторического общества, председатель Геральдического совета при президенте Российской Федерации, государственный герольдмейстер, заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа по научной работе. Крадин Николай Николаевич, член Совета Российского исторического общества, директор Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока, председатель Совета отделения Российского исторического общества в Приморском крае, академик Российской академии наук. Это мы скромным оказались на награды. Ну ладно, в следующий раз будет больше. Уважаемые коллеги, мы полностью выполнили повестку дня годового общего собрания. Я благодарю вас за работу в течение сегодняшнего дня. И хотел бы пожелать вам успехов. Успехов во всем. Успехов в вашей работе как активистов Российского исторического общества. Ну и вот в ближайшие 2-3 дня Петербург наполнен мероприятиями, самыми разными событиями. Уверен в том, что многие из вас будут принимать участие в части из этих проектов, из этих событий. Поэтому пожелаю вам успехов,
успехов и всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Побежали дальше. Спасибо. Всем спасибо.